Румыны против квот. Представители румынской общины обратились к президенту Верховной Рады с требованием отменить языковые квоты на телевидении, радио и в печатных СМИ. Текст документа размещен на сайте издания «Заря Буковины». Обращение подписали журналисты румыноязычных газет. Квоту в 75% украинского языка они называют шагом к сворачиванию демократии в Украине и серьезным ограничением прав нацменьшинств. Из-за этого только в Черновицкой области могут исчезнуть сразу 4 газеты, которые выходят на румынском языке. Мы просто вымагаем то, чтобы Конституция Украины была выполнена. Завтра может кто-то прийти и вымагать, чтобы я, скажем, выдавал газету, половину її, чи четверть цієї газети українською мовою. Можна видавати газету окремо українською мовою. Ми будемо далі писати в Євросоюзі, хай, і будемо подавати Україну в суд.